Ребята, всем привет! Вы на канале «Инвестиционные проекты». Сегодня 30 марта и очередной рекламный ролик на тему облачного майнинга и заработка на монете Tron, то есть TRX. В последнее время на канале выходит очень много рекламных роликов, поэтому я буду стараться разбавлять их влогами. А сейчас мы приступим к очередному проекту по заработку Tron. Называется проект Tronusk. Мы переходим к регистрации, указываем свой номер. Далее придумываем пароль и секретный пароль. Обратите внимание на то, что секретный код должен состоять из 8 цифр. Регистрация прошла успешно. Заходим в личный кабинет. Как всегда, нас приветствует минимальный депозит 10 TRX. Информация о проекте. Нажимаем ОК. Тарифные планы. Все доступно. И даже есть статистика последних транзакций. Кто инвестировал, кто вывел и пополнил баланс. Нажимаем Recharge и переводим на этот адрес 10 TRX. Можно инвестировать как в TRX в валюте Tron, так и USDT. USDT TRC20. Копируем адрес и на этот адрес переводим токены. Перевожу 20 TRX и скриншот транзакции оставляю здесь. Деньги приходят в течение 5-10 минут. Такой регламент. Recharge complete. Это значит, что пополнение выполнено. И здесь видим историю транзакций. Я перевела 20 TRX, это примерно $1.5. И деньги поступили мне на баланс. Баланс мы проверяем во вкладке My. Видим TRX Wallet. У меня уже есть 1,7 TRX, которые я могу вывести, и USDT Wallet. Деньги вы можете отправить как на инвестицию, так и на майнинг. Во вкладке Home мы видим тарифные планы под 7,9% на 7 дней, под 1%, под 2% на 7 дней, под 3,9% на 30 дней, 67 и так далее. Чтобы вывести деньги, переходим во вкладку «Вывод». Видим баланс, который доступен для вывода. Вводим секретный пароль и свой адрес TRX. Далее нажимаем «Вывод». Мой вывод в процессе. Ожидаем. Нажимаем «Ок». Видим транзакции вывода 31.03 плюс 1,7 TRX. Они успешно пришли и оставляю скриншот транзакции здесь. С проектами подобного типа не заигрывайтесь. Можете зайти на несколько дней, инвестировать и выйти. Максимально мелкие суммы до $10. Еще раз обращаю на это внимание. Прибыль по депозитам в данных проектах вы получаете каждые 24 часа. Итак, теперь мы переходим к инвестиции. Например, я инвестирую на 7 дней. Нажимаю «Investment». Выбирая тарифный план на 7 дней, мы видим, что минимальная сумма инвестиций – 50 тысяч TRX, поэтому на этот тариф я не могу зайти. Могу зайти на один день под 1,3%. Видим минимальную сумму инвестиций 10 TRX. У меня есть 20 TRX. Ввожу 20 TRX и секретный код. И нажимаю «Продолжить». Инвестиция успешно создана. Моя прибыль составит 0,26 TRX. Нажимаю «Ок». Видим «Investment Order». Все, инвестиции открыты, и завтра я уже получу депозит обратно и смогу его вывести с прибылью. Посмотрим, как это работает. На сайте вся информация присутствует, но вкладки немного неудобные для использования. Пополнили баланс, вывели небольшую сумму, проверили вывод, открыли инвестицию и разобрались с личным кабинетом. Видим баланс и придет мне прибыль от майнинга.
страницу можно перевести на другие языки, непонятные для меня, и поэтому я использую английский. Посмотрим, как работает конкретно этот проект. Возможно, он даст хороший профит. Поэкспериментируем максимально мелкими суммами. Мое рекламное видео подходит к концу. Я надеюсь, оно было полезным и вам понравилось. Если это так, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я желаю всем нам только профита, только удачных и долгосрочных инвестиций и проектов. Будем изучать новые способы заработка в интернете, тестировать их и зарабатывать. Всем большое спасибо за просмотр!